С 1 по 10 сентября 2011 года по всей стране проходит операция «Внимание, дети!». Целью такой акции является ознакомление детей с правилами дорожного движения, с правилами поведения на улице. Сотрудники отдела дорожной полиции районного комиссариата полиции Дондушень также активно включились в проведение этой операции. Во время проведения операции большое внимание уделяется обучению детей правильному поведению на пешеходных переходах. Это делается для избежания дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время на территории района не зарегистрировано аварий с участием детей. Во время операции «Внимание, дети!» сотрудники отдела дорожной полиции прочитали лекции по школам города и района. Одна из таких лекций прошла в 5 классе лицея имени Алексея Матиевича. Ее провел старший государственный автоинспектор отдела дорожной полиции районного комиссариата полиции Дондушень, майор полиции Вячеслав Харабарь. Его слушатели, конечно, много усвоили, но оказались и без того довольно осведомленными. Для того, чтобы перейти дорогу, мы должны посмотреть налево, потом направо. Если транспорт отсутствует, можно переходить дорогу. Мы должны переходить дорогу в местах, где есть зебра. Смотрим налево, потом направо. Если машин нет, переходим дорогу. Если я вышла на дорогу и вижу, что едет машина, я останавливаюсь, жду, чтобы машина проехала, смотрю налево, направо, потом перехожу дорогу. Если стоящая машина закрывает видимость, я перехожу улицу сзади машины. По информации Вячеслава Харабарь, с начала года в районе Дондушень произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, унесшие 2 человеческие жизни, 17 человек получили травмы, один из которых – ребенок. Даже во время проведения операции «Внимание, дети!» были зафиксированы нарушения правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Не обошлось без нарушений правил проезда пешеходного перехода и в день съемок. Один из водителей не пропустил пешехода на зебре, что могло привести к очередной трагедии. Обучение детей правилам дорожного движения, правилам поведения на пешеходных переходах находится в центре внимания сотрудников отдела дорожной полиции постоянно, а не только во время операции.